прекрасная солнечная погода в Барселоне, занятия йогой. В общем, день рождения не мог начаться лучше. Вообще популярное место. И вот так сделать капучино? Ни тебе собачки, ни елочки. Ну а как? Друзей выбирают. Это родители не выбирают. Я сказала ей, блин, у тебя такие классные сережки, они так хорошо с волосами. И теперь подруги. Этот друг из Тамбова приехал, вы гляньте. После йоги было обнаружено совершенно потрясающее место. Реально можно, в принципе, купаться, если есть купальники, потому что вода теплая, бассейн с подогревом. Короче, это место идеальное для того, чтобы просто посидеть, понаслаждаться видом. Ну, здесь, конечно, дороже, даже, я бы сказала, в два раза дороже, но это того стоит, потому что виды здесь, конечно, потрясающие, есть пледики, и тепло, и уютно, и мне очень нравится здесь зонирование, здесь очень классное зонирование. На Рамбле нужно зайти внутрь отеля, здание номер 109, и подняться на 7-й этаж. Все как обычно. Я хотела что-то особенное, но у нас обычная среда. Чего знакомьтесь, это Доминик. В общем, окончание вечера было далеко, потому что у меня камера разрядилась. Но вот как мы отмечаем. We have stage four. You're not literally come on the stage, but I said go on the stage four. Carlos. Yeah. Is that right? Birthday to you. Are you ready? Здесь, в этом чудесном месте, и все это выглядит так лакшери, но на самом деле это достаточно бюджетно. И я хочу всем сказать, что несмотря на то, что вы смотрите в блогах и на лукбуках и так далее, какой-то там лакшери жизни, как классно люди проводят время, на самом деле это всего лишь 5-10 минут из жизни. И не думают, что люди на фотографиях счастливее, чем вы, потому что на самом деле это не так. Такие